Шалом, Николай. Всем привет, здесь Тель-Авив. Меня зовут Дмитрий Спирин, Дмитрий Кижватов. Много в разное время были члены московской группы «Тараканы». Я являюсь ее вокалистом по сей день. Дмитрий играл некоторое время на гитаре в этой группе. Правда, последний раз это было уже постоянно около 10 лет назад. И вот мы с ним составляем акустический дуэт, который время от времени собирается вот такой вот камерной атмосфере для того, чтобы исполнять вам как песни «Тараканов», так и некоторые другие произведения, но в основном, конечно, песни «Тараканов». Начнем? Я не помню, что.
Шила! Шила, самый-самый-самый первый концерт в карьере тараканов. Здесь собирается Земля. Давайте поздравим друг друга с этим. 25 лет понадобилось мне, Дмитрию, наверное, тоже, для того, чтобы, в общем, посетить вашу страну чудесную впервые. Предложение приехать сюда прозвучало в 2003, но потом случились какие-то два взрыва, и организаторы сказали, нет, не сейчас, затянулось на 13 лет. Итак, большое спасибо, что вы здесь сегодня в этом зале. Следующий концерт еще отметим двумя удивительными обстоятельствами. Сегодня у нас самый-самый дорогой, самая большая цена на вход за всю историю таракана. Я не припомню честного второго концерта, нашего концерта, вход на который стоил бы $40, а сегодня такая цена, да? И сегодняшний концерт также ознаменован тем, что у него самое маленькое количество вступивших во встречу ВКонтакте. 16 человек. Мы обязательно расскажем нашим друзьям из Москвы о том, какое маленькое количество людей в Израиле приносят большие бабки. Прямо сейчас, как третий квейк. Твои слова! Друзей каждый ищет врагов, враг обязательно.